с императором Хирохита, я по распоряжению командующего Квантунской армией выразил надежду, что мне будет разрешено признать божество небесного сияния, божественного предка японской императорской семьи, и сделать этот культ официальной религией Манджоу-го. Конечно, мои предки никогда не простили бы мне измены. Но я нашел себе оправдание. Я буду приносить жертвы моим предкам у себя дома, а публично признавать новых. Каждый раз в храме божественного предка японской императорской семьи я, кланяясь алтарю божества небесного сияния, говорю себе: это я не тебе кланяюсь, а дворцу в Пекине.